Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Никогда не выбрасывайте мусор в темноте. Лишите себя многого. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодня я вам расскажу, почему выбрасывать мусор в темноте и ночью плохая примета, и как правильно это делать. Из поколения в поколение передаются в семьях разные приметы и суеверия, которым нужно неукоснительно следовать и ни в коем случае не нарушать их. В том числе к ним относятся и вынос мусора после захода солнца. Считается, что совершая вечером этот процесс, человек будто открывает потусторонним силам двери в жизни своего дома. Почему выкидывать мусор на ночь считается плохой приметой? Среди человеческих убеждений существует как минимум три приметы, показывающие негативные последствия в выносе мусора перед сном. Первое. Выносишь мусор в темноте, утаиваешь что-то важное. Все предшествующие поколения были уверены, что вынести мусор на ночь означает скрыть что-либо. Это может быть утаивание личной информации. В давние времена соседи наблюдали через окно за каждым шагом друг друга и обсуждали, а крайне часто и осуждали их между собой. Влияние общества было невероятно сильным, поэтому любая неправильная мысль могла нанести жизни и репутации человека огромный вред. Второе. Выносишь мусор в темноте, в доме твоем не все гладко. Каждая уважающая себя хозяйка старалась управиться с домашними делами до наступления вечера. Обычно день начинался с раннего подъема и дел по хозяйству. И случаи, когда мусор женщина выносит уже за полночь, настораживают людей и приносят раздумья, а все ли благополучно в этом доме. А умела ли она на самом деле хозяйка? А по какой причине она не успела навести порядок засветло? Третье. Выносишь мусор в темноте, лишаешь себя радости и счастья. Этой примете нет народного обоснования, но большинство людей до сих пор придерживаются мнения, что вынос мусора перед сном избавляет дом от успеха и благополучия. Ведь этот вывод можно сделать даже по предыдущим пунктам списка. Если коротко, то счастливые события будут обходить такой дом стороной, а беды, наоборот, наведываться как можно чаще. Как вообще возникло это суеверие? Согласно первому варианту, примета возникла из-за влияния злых сил. Считалось, что все негативные обряды, ритуалы совершаются только после наступления темноты. Довольно часто магам нужны личные вещи человека, а предметы, выбрасываемые в мусор, впитывают в себя энергетику хозяина и вполне подходят для подобных планов. И не обязательно в этом случае, что владелец будет первоисточником заклинания. Нет, возможен вариант, когда за помощью обращается пострадавший человек, а колдун, не имея достаточных сил для отмены или избавления от последствий, просто переносит влияние на абсолютно незнакомого человека. Например, того, чьи вещи он обнаружил в мусоре. Однако существуют и случаи, когда ведьмы выслеживали того, кому хотели навредить, и, находя в вечернем мусоре какую-либо его вещь, накладывали проклятие. Перед рассветом этот предмет подкладывали перед домом, чтобы объект порчи точно его обнаружил. Чаще всего, находя такие сюрпризы, люди считали это знаком судьбы. Мол, предмет ко мне вернулся, значит, будет приносить мне удачу. И возвращали его домой. Это и было роковой ошибкой. Проклятие, находясь рядом с объектом, набирало силу и постепенно разрушало и уничтожало человека. Другой вариант связан с домовым. На протяжении долгих веков считалось, что мусорное ведро является владениями домового. Благодаря ему он питается и находит себе разные лакомства. А если человек вынес мусор на ночь, то существу придется остаться голодным. Соответственно, домовой ослабевал и уже не мог полноценно защищать жилище и помогать хозяевам, что тоже оставляло след на дальнейшей жизни людей. Как реагируют на поверье люди в современности? Со временем примета немного изменилась и стала более бытовой. И теперь ее можно сформулировать так. Выносить мусор в темноте значит подвергать себя опасности. Как правильно избавляться от мусора? Из-за всех вышеперечисленных примет и поверий лучше всего выносить мусор в дневное время суток или рано утром, чтобы избежать разнообразных негативных последствий. Согласно даосской практике фэншуй, нет никаких временных ограничений по избавлению от мусора. Однако необходимо регулярно избавляться от хлама и ненужных вещей в доме, так как все эти предметы поглощают человеческую энергию и несут в себе отрицательные черты. И только через избавление от старого и впускание в жизнь чего-либо нового придет гармония. Но даже эта практика преподносит некоторые нюансы. Считается, что лучшее время для наведения порядка в доме – дневное. Выбрасывание мусора после темноты может привлечь в семью материальные и финансовые проблемы.
как наверняка избежать негативных последствий. Чтобы уберечь себя от плохих последствий, необходимо следовать плану. Выходя из дома, сказать: «Выношу из дома я все ненужное, а нужное, наоборот, оставляю. Негатив я удаляю, а счастье, радость и удачу дома оберегаю». Говорим один раз. Выбрасывать мусор в бак строго обеими руками. Уходя домой, ни в коем случае не оглядывайтесь. Следование всем перечисленным выше нюансам может быть не таким простым, как покажется сразу. Однако именно это поможет не впустить в свою жизнь беды и, наоборот, дать возможность счастью, радости и успеху войти и обосноваться. Ведь не так и сложно на самом деле выносить мусор в определенное время суток и не подвергать себя лишний раз опасностям.